да, поделится с нами своими знаниями и опытом. Задней ноги. 60% на задней, 60% на передней. То есть не надо проваливать. Если он берет, я должен остаться. Сейчас сразу. Видишь? Даже если настрал, у тебя есть перемещение, ты можешь. Поэтому не надо вот так, когда ты не заваливаешь. И еще, не должно быть зарядки. То есть зарядки вот такой ни в коем случае. Во-первых, профессионалы сразу будут атаковать вас. Вы должны, то есть в будущем вы должны будете работать, например, руками в карманах, вы должны сразу сработать. То есть это инструктора должен подрабатывать сразу, причем на движении. Один держит лапу, пытается первое движение плеча имитировать или удара, а инструктор должен его вывести. Поэтому учитесь сразу работать именно руки здесь находятся, отсюда приемы. То есть это сложно понять. Что... Плечи фактически на месте стоят. Плечи на месте, то есть вот у боксеров, как бы, боксерская подготовка, они привыкли атаковать. Угу. Поэтому они как бы пытаются прям голову за плечи, и удар тоже виден. И они больше проваливаются. Угу. Поэтому у нас плечи должны быть расслаблены совершенно. То есть именно расслабленное состояние достигается. И отказ от движения, да? Вот волна идет, и руку вы просто бросаете.
То есть причем эффект должен быть, нарабатывать не только по вате дома, например, по одежде. Ну, одежду повесили, да, вот она вот слегка, и вот ее ветреный, то есть вот этот эффект. Угу. Сдавать на воздух. То есть рука совершенно летит расслабленно. За 10 сантиметров вот сюда нажимать. Плюс, потом, когда я присаживаюсь в конце, она как бы подвернула мощь, сильность, еще поворот, приблизила. Поворот. Вкладывание массы еще. Да, да. О! Сейчас с вами проведем маленький, это такую очень нужную вещь, вы потом поймете, что это такое. То есть сейчас будем бить левой передней рукой. Значит, по логике вещей у нас что? Левая рука, правая рука — это логика, левая рука — это чувство. Вот сейчас, если вы разовьете чувство, вы поймете, что такое техника вообще. То есть на работать нужно в рукопашном бою сбивать на уровне чувств. То есть чисто техника — это не на... Как правило, на улице не работает. То есть это все красивое движение, но на улице все по-другому. Поэтому если вы не чувствуете ситуацию, например, вот эту остроту, вот эту грань, да, то вы потом играть. Сейчас встали и по лапам, да, по лапам на левую руку. Не надо сейчас просто почувствовать, как она идет. Где присаживаться? Как работает надо именно левую? Левый передний. Передний. Вот сейчас сложность в том, что я не буду работать. Но вам нужно поймать для себя вот эту маленькую. Чисто вашу. Вот это так, что оставляет так. Теперь вытяните руку, чтобы все было тело закрыло. Раз. И чуть-чуть присаживаем. Вот. Замечательно. Вот. Чувствуете? Да. Вот. Старайся переключать. Смотрите, у нас отрывается пятка и поднимается нога. То есть вот эти движения тоже не нужно. То есть удар должен быть короткий. То есть видите, смотрите, раз, и я в последний момент сжимаю кулак и присаживаю. Рука вторая здесь. То есть разные есть удары, да? Там, особенно кто боксерский техник знаком, да, там разные удары, какие там, ну, боксерская техника из бокса, в принципе, своя знамок, там выбрать удар. Здесь ближний короткий надо бить. Приблизительно сколько? Ну, 40, чуть больше, чем 45 градусов. Раз. Во-вторых, на каточек должен, ну, через дорогу ногу должны бить противника. И когда в таком положении у вас лучевые кости стоят параллельно, следовательно, мышцы между ними занимают пространство, и кулак становится жестче. Чтобы
вы знали, да? Когда мы в обыкновенном положении ходим, у нас лучше мою кость не перекрещена. Поэтому вот именно вот такой коробный футбарчик. Сверху вниз, видите, еще приседаю. Рука здесь обязательно, не где-то внизу болтается, здесь. Сегодня поймете, почему руки должны быть вместе. Рука руку моет.